Эх, привет, привет, дружище. Я немножко накосячил в связи с тем, что, мягко скажем, мне тут немножко привалило дел. Не смог разгребсти тут все до конца. И обещанный ролик человеку записываю на день позже. А между прочим, вчера, а для вас уже позавчера, у него было день рождения. И я бы предложил вам взять его поздравить в комментариях. И я поздравляю человека, елки-палки, на год стал старше, а может быть старее, кому как. Всего самого наилучшего, чтобы все было хорошо. Ник, правда, как бы из цифр состоит туда-сюда. И даже вот как-то, типа, я тебя это поздравляю. А знаете, что сделаем? А что сделаем? Так как тут ник такой кривой, я, конечно, не буду говорить имя, фамилию человека, да, мало ли найдете, вот это вот все. Короче, парня зовут Севой. Вот, парня зовут Севой, и вот уже в комментариях Севу можно поздравить, елки-палки, друзья, с днем рождения. Пускай даже прошедшим, но это не его косяк, это мой косяк. Вот и Сева с днем рождения. Извиняюсь за то, что стормознул. Ну и также, что еще хотелось бы сделать? Прорекламировать его гильдию Paradise. Вот, набор от 100 тысяч силы, битва гильдий, минималочка 1 тысяча, Нарсия, да, гильдия активная, князь, Ролев, удачи, спасибочки. Ребят, если вы ищете активную гильдию, то просто берете сразу и вступаете, и тогда, грубо говоря, будет все хорошо. Ну а нас сегодня роллинг, не знаю, на 54 тысячи самоцветов. Какие-то есть ништяки. Аккаунт у нас что? У нас она, он же аккаунт бездонатный. Бездонатный. Роллинг. Вот. В день рождения. Вот. По... Все, вот это, воу. Котелок. Ладно. Окей. С этим понятно. Непонятно, каких героев не хватает. Ну и судя по тому, что, скажем так, аккаунт не самый старый. Молодой. Да, как бы еще там. Из пеленок недавно вышел. 144 тысячи. Это достаточно мало. Посмотрим, ну тут, наверное, много героев-то не хватает, Ребзя. А вы там не забывайте про чай, кофе, пельмени. Кстати, вот я вас стебу, типа пельмешки там накладываете туда-сюда. Сам по факту я их уже не ел очень давно. А я, знаете, я такой рьяный фанат пельменей, но не суть. Лайк не забудьте поставить, подписаться. Что у нас тут? Варлок, Гаргул, Розалинда, Мастер Рун, Фанатик, Некроз. А все, у меня тут глаза разбегаются, и, возможно, какие-то герои эти есть. Ну, просто он их не открывает, ну, типа, нахер, возможно, ему там не нужен какой-нибудь Гаргул или Варлок, он не видит в нем смысла, потому что, ну, типа, старый герой Берсеркер, ну, типа, Профессор Ибит, может быть, у него есть на складе. Ну, давай просто паролим, просто посмотрим, что вообще будет здесь выпадать в саре. Ну, хотелось бы, да, эпических героев, потому что эпических героев-то, по сути, у него толком-то и нет. Вот только демон-охотник. Демон-охотник. И все. Так что, не знаю, полетели. Если я там что... Ну, короче, я целюсь на эпических героев. А там, если что-то еще выбью недостающее хорошее, вы мне в комментариях напишите, пожалуйста. Потому что голова не шарит уже, знаешь, ночь, спать пора, а нам Бигфут падает. Бигфут — это не самый лучший исход. Ну и, в принципе, человеку, я надеюсь, должно повезти в день рождения. Даже пускай роллинг мы записываем позже. Атлантикор, Палач, Тритон, Шаман. Шаман, наемный убийца, королева змей. Это что, это типа что, вообще герои не падают? Кензя, Палач, Рина, Князь Тыква, Фрея, Рыцарь. Ну ладно, Фрея выпала, окей. Но тоже, может быть, она, ну, скорее всего, она присутствовала на аккаунте. Конечно, повторка там пригодится, да, для... Оу! Вот это подарок, так подарок на бездонатный аккаунт в день рождения, ёлки-палки. Вот это я поздравляю. Вот уже, ну, типа, самоцветы по факту уже потрачены нельзя. Блин, я бы сейчас поорал бы, с удовольствием показал бы эмоцию, да, вам бы интереснее было смотреть, ну уж извините, соседи спят, не хочу орать. Жена спит уже, дочь спит, ну, надеюсь, или притворяется, что спит. Но завтра рано вставать в садик, так что всякое возможно. Да уж, да уж.
Да уж, ребятушки, давай еще циклоп, инженер, бочка, шаман, сердцеедка. Воу! Ну, демон-охотник был, но выпала повторка, окей. Прокачается, слушай, ну, два эпика за 30 тысяч самоцветов. Пока что неплохо, на самом деле, идем. Целимся на эпиков, друзья. Воу! Еще один секач, ёперный ты театр. Да это, слушай, прям эволюцию. Прям он сможет его использовать на битве гильдии. Безумный ученый еще. Ёп, да это просто жесть. Можно тут корчиться, знаешь, от удивления. Но это прям вообще огонь. Это прям хорошо. 20 тысяч самоцветов, тем не менее, у нас еще осталось. Я даже, знаешь, выходить не буду. Тут мало ли рандом. Ну, как бы уже... В принципе, ну нам надо больше, но уже можно сказать, что это супер удачливый роллинг, особенно если... Вау! Ну, вы там, я уже сбился со счета, сколько нам эпиков упало, вы их пишите в комментариях, вы просто вспомните последний роллинг, да, какая там сумма была и сколько там упало. И какая здесь сумма и сколько здесь упало эпиков. Прям, ну хотя я все равно увижу на складе. Но прям вообще, я, знаешь, я в таком добром... хорошем шоке, если честно. А, потому что это что-то... Это что-то невероятное. Валентина, сердцеедка, шаман, циклоп, палач. 7 тысяч самов осталось. Давай-ка нам еще эпика, и вообще прям хорошо было бы. Давай, рандомчик, удиви. Дружище, рандомчик, Атлантикор. Тритон одержимый. Эх. Бочка Влад Дракула, бог грома. Эй-эй-эй, Космо. Ну, это тоже неплохо. Последние самоцветы добиваем. Ну, давай еще эпика, пожалуйста. Вау! Это за последние самоцветы, друзья. Это за последние самоцветы. Это за последние самоцветы, ребятушки. Ребятушки, королева мумии. У меня нету королевы мумии. У него есть, ёптую, королева мумии. Еще давай... Ну, уже тратим вообще в ноль. А, нет, не выпало. Выпало. Блин, это просто... Это что-то с чем-то. Ну-ка, просто смотрите. Мы за 55 тысяч самов выбили. Ну, вроде бы, я не помню. Раз, два, три, четыре... И как минимум одного этого додика выбили, итого 5. 5 эпик. Ну, слушай, это очень круто. Это очень круто, я уже молчу про остальных героев. Давай открываем ништяки и прям, ну, ребят, с вас лайк. С вас лайк и комментарий, поздравления с днем рождения. Я думаю, что, ну, рандом сейчас, типа, откровенно говоря, ну, очень нехерово так. Поздравил человека с днем рождения, потому что, ну, это прям... Прям очень круто. Это прям вообще огонь. Это прям неожиданно. Вот, я тут сижу такой, типа, ёлки-палки, а чё ж мне так не падало? Чё ж мне так не падало? Где я так в жизни нагрешил? Почему мне так не везет? Отчего? Отчего мне так грустно? А с одной стороны, радостно за подписчика. Но чё-то, конечно, интересная ситуация, да. Вот зачем-то откроются непонятные ништяки. Ну, как бы, ладно, подкрываем. Нужно немножко мозгу, скажем так, отдохнуть, потому что это прям хорошо и жестко было. Пипец. А, еще там, наверное, надо посмотреть, какие там подземки пройдены, вот это вот все. Ладно, тогда не будем тянуть время. А по факту здесь ништяков-то толком и нету, да? Да, по факту. Нет, так, короче, тут нечего открывать. Давай лучше посмотрим. А, какая волна пройдена? Окей, J-волна только пройдена. В принципе, можно и дальше пройти. А, кошмарные. А, кошмарные подземки вообще не начаты. И жестокие еще даже толком. Ничего, ничего не пройдено. Стыдоба. Стыдоба. Подожди, а что вообще с аккаунтом? То есть у него силы примерно столько же, сколько у пельменя. Ни одной второй эволюции нету. Зато есть Бард. Но странно, что второй эволюции нету. Да, героев много, но как-то они, знаешь, типа, это без эволюции. А, тут что, и первой эволюции нету? Слушай, чувак, как ты живешь? Очень жестко. Очень. А что, даже первой эволюции нету? Как это происходит?
Непонятненько. Там даже вроде у него были эти повторки демона, но он его не эволюционировал. Странно, посмотрите, уже по 5 лямов здесь почти. А, ну здесь 5 лямов, ему даже, грубо говоря, еще до обновления он... Короче, что-то непонятно, как ты странно очень аккаунт качаешь, точнее его не качаешь. У тебя есть все возможности. Качай аккаунт, еще раз с днем рождения и поздравляю с огромнейшим количеством эпических героев. Пока, дружище. И вам пока.